ничем не подкреплены. Я считаю, что меры пресечения в виде домашнего ареста вполне достаточно, поскольку она связана с изоляцией от человеческого процесса. В настоящее время обострились хронические болезни, о которых здесь было озвучено. А в условиях следственного изолятора, конечно, поддерживать терапию довольно-таки сложно и проблематично. Учитывая это, я прошу суд проверить ко мне исхождение, избрать в отношении меня более мягкого меры пресечения. Все.